Николай Мартыненко не только народный депутат, но и председатель Энергетического комитета Верховной Рады. Его называют приближенным к премьер-министру. По данным Генпрокуратуры, против нардепа открыты уголовные дела в Швейцарии и Чехии. Также ведется расследование в Украине по факту коррупционных контрактов на Одесском припортовом заводе. Но, заверяет губернатор, Мартыненко не ключевая фигура в этой партии. Мартыненко это не сам по себе всемогущий человек, который контролирует все эти предприятия. Он очень много имеет влияния, но есть целый список Мартыненко. Депутат Мартыненко не назначал ни одного из этих людей из своего списка. Депутат Мартыненко не подписывал ни один из этих контрактов. Все эти назначения были сделаны кабинетом министров Украины и лично премьер-министром Украины. Кроме того, подчеркивает глава Одесского региона, станет ли публичное заявление Мартыненко о сложении полномочий депутата свершившимся фактом, вопрос открытый. Сам же прецедент Михаил Саакашвили назвал явкой с повинной. Мы не будем проглатывать эти вещи, что смотрящего поменяли, будьте счастливы. Будет новый смотрящий, он будет более привлекательный, более красивый, чем Мартыненко, более вежливый. А какая мне разница, какой он будет, если он будет меня грабить? Михаил Саакашвили требует очной ставки с премьер-министром. Губернатор заверил, что у него, как председателя Всеукраинского общественного совета управления госпредприятиями Украины, есть что рассказать главе Кабмина. Но, по словам руководителя области, Арсений Яценюк от такого общения отказывается. Алла Есина, Алексей Мураховский, Думская ТВ.